Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Молодежные новости». А это Кирилл. А это Вика. Сегодня мы бы хотели рассказать вам об отчетном концерте Dance Box Studio. Слушай, а там круто, что ли, было? Очень. Да. Об этом нам расскажет наша Тонечка. Точно, Тоня. Ну, пошли смотреть. Пошли. Молодежные новости. Молодежные новости. В самую последнюю пятницу весны этого года Тоня и Глеб отправились в Ихтинскую гимназию, где их ожидала целая коробка сюрпризов и подарков. А если быть точнее, то целая коробка танцев. Ведь именно так называется студия Натальи Шебурчиной – Dance Box Studio. Всем привет! Молодежные новости начинают свои выходные очень активно, потому что мы с вами отправляемся в государственную гимназию города Ихви, где пройдет отчетный концерт Dance Box Studio. Посмотрим, что там будет. Коллектив молодой, и от ребят так и исходит невероятный заряд позитива и энергии. Все два часа концерта прошли как на одном вздохе. Тоня так и порывалась в пляс, а Глеб не мог остановиться снимать, потому что все, что происходило, было очень интересно и захватывающе. Первое, на что мы обратили внимание, а я спешу заметить, мы бывали уже на многих концертах, это, конечно же, зал. Круглый амфитеатр Ихвинской гимназии оказался очень удачным и интересным решением для танцевального шоу. Всем было хорошо видно, что происходит на танцполе. Не только зрителям, но и всем другим участникам концерта, которые поддерживали выступающих, и создавалась по-семейному хорошая атмосфера. Как нам кажется, мы увидели все стили танцев. Хип-хоп, хаус, джаз-фанк, волк, стрит-джаз-джаз, модерн, афро-джаз, афро-хаус и многое другое. Арин, скажи мне, пожалуйста, вот я такой вопрос хитрый задам. Как это танцевать с Наташей и у Наташи? Это очень, так сказать... Классно, круто, вообще нереально. Наташа – это самый лучший тренер, самый просто ма-ма-ма. Я ее очень сильно люблю. Для тренера это, наверное, самые приятные такие отзывы. У меня вот еще вот такой вопрос. Я сегодня за вами очень внимательно наблюдала. Помимо крутых движений, вы еще очень круто вот эмоционально все выражаете. У вас есть какие-то еще отдельные курсы актерского мастерства, я не знаю. Откуда вы это берете? Это все Наташа нам передает своей энергией. А, то есть Наташа вас не только танцевать учит, но еще и кривлят. Можно и так сказать. А вот давайте вот я сразу вас спрошу, какое у вас самое любимое движение? Можете мне показать? Вот любое. Вот прям показывайте любимое движение. Во, во, посмотрите. Давайте, ну-ка, давайте, еще есть движение. О, мне кажется, я сейчас тут наберусь, скоро точно буду так же танцевать. А у тебя есть какое? Во, смотри, как отлично. Отлично, хорошо. В следующем году приходите к Наташе заниматься еще? И до скольки лет вы будете заниматься у Наташи? Долго. До старости, что ли? Да. Отлично. Вот так вот весело, зажигательно. Девчонки в таких ярких куртках. Большое вам спасибо. Я желаю вам удачи и еще много таких крутых танцевальных движений. Давайте, ну-ка, ну, что там было у вас? Ну-ка. Видали? Я тоже так могу. Моника, скажешь, тебе понравилось сегодня? Да, очень интересный концерт. А ты сегодня пришла сюда кого-то поддержать, у тебя кто-то там танцует, или, может быть, ты за Наташу переживала? За Наташу тоже, конечно. Кто-то занимается? Ну да, есть знакомые. Много друзей ходят? Да. А сама? Не хотела бы заниматься с ними? Ну, может, и хотела бы. Ну что, следующий год, наверное, к Наташе? Может быть. Ну хорошо, давай что-нибудь, может быть, пожелай этой студии. Ну, я желаю много... концертов, чтобы у них был успех. Ну, наверное, удачи. Загорелась красная лампочка, значит, что можно сделать? Передать привет, а давайте. Мама, я в телевизоре. Привет! Привет всему там. Вот такие вот крутые гости приехали. Откуда вы? Да,
Тарту. И вы какое-то у вас название у коллектива есть? Friends Dance School. Friends Dance School. Вот так вот круто они называются. Скажите, пожалуйста, а какое вы отношение имеете вот к сегодняшнему концерту? Вы Наташины друзья или как-то... Она наш тренер. Она the best, просто the best. Это наша мамочка. Она вот так вот. Но она их, но наша тоже. Такая она общая мамочка, я поняла. Хорошо. А давайте тогда вот, раз вы у нас такие вот гости приезжие, а вот пожелайте что-нибудь Dancebox Studio, вот чтобы, что с ними? Чтобы они оставались такими жизнерадостными и чтобы они не теряли свой дух семьи. Вот. Это самое важное. Развивайтесь с каждым днем все больше и больше. Сейчас уже за 9 месяцев видно большой результат, то стремитесь дальше к победам и удачи вам. У меня сегодня очень хитрый вопрос. Покажите, пожалуйста, ваше любимое движение. О-о! Я так руки ломать не умею, но молодежные новости, думаю, скоро всему научатся. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи. Рядом со мной стоит руководитель и вот та самая блистательная Наталья, о которой мы так уже много с детьми говорили. Наташ, скажи, вот что ты чувствуешь сейчас? Сейчас некое удовлетворение. Я очень рада, что у нас сегодня все получилось. Очень сильно переживала. Целый день не ела, чуть не упала в обморок, потому что просто кусок горла не лез. Очень переживала. Первый раз все-таки. И, как говорится, дебют наш. 9 месяцев только занимаемся. Вот, показали, что могли, чему уже научились. Вот. Ну, конечно, очень-очень рада. И хотела, конечно, всех поблагодарить заодно, что все пришли. Ну, кто пришел, все молодцы. Спасибо большое, что пришли на наш концерт. Я тоже, в свою очередь, хочу сказать спасибо. Прокачали. Я пару раз думаю, сейчас выбегу. Буду рядышком танцевать. Наташ, сколько у тебя сейчас вот учеников, так сказать, подопечных занимается? Примерно хотя бы. Ой, примерно, но сегодня было намного меньше, выступала, к сожалению, потому что лето, многие уже уехали на юга, никого не собрать. А так у меня где-то около 70 человек, да, занимается в студии. Ты занимаешься в Ихви или еще? Да, я преподаю и в Ихви, и в Силамяе. Отлично. А почему ты выбрала именно Риги гимназию? У тебя какая-то вот... А вот мне очень понравилось именно этот круг, потому что он как-то объединяет, и обстановка более дружественная, что для меня очень-очень важно. Я не хотела такого более официального создавать, потому что более официально у нас все-таки будет в Силамяе 10 июня. Кстати, мы вас ждем. Ну и потому, конечно же, что я здесь работаю тоже. Ну это отлично. Я тебе могу сказать, да, такая атмосфера семейного такого уюта сегодня была. А вот у тебя сегодня было очень много достаточно серьезных, таких глубоких номеров. Не просто вот абы как, абы что называется, да, а вот откуда ты, вот откуда это пришло, вот эти идеи для постановки таких номеров? Ну, идеи, на самом деле, многие мои уже ученики смеются надо мной, что все приходит у меня во сне. На самом деле, я сплю, когда у меня какая-нибудь там идея может возникать, поэтому сразу делаю какие-нибудь номера. А так, конечно, я более стараюсь брать все-таки жизненные ситуации, то, что вокруг нас, и все это как-то пытаюсь перенести в танец, чтобы всем было близко, всем было понятно. Большое спасибо. Сегодня, правда, были очень глубокие номера, очень красивые. Большое тебе спасибо, творческих успехов, и чтобы в следующем году ваш Dancebox студии еще вот, чтобы еще в два раза стало больше детей, и такой же крутой концерт ждем. Спасибо большое. Всем спасибо, что пришли. До скорых встреч. Студия и Наталья Шибурчина зарядили нас сегодня позитивом и хорошим настроением, чего мы и вам желаем. Специально для молодежных новостей. Тоня и Глеб, оставайтесь с теми, будьте в кадре. Молодежные новости. Молодежные новости. СД-Пати и школа диджеев Ихинского центра культуры и интересов представляют. 18 июня. Клаб Discovery. School Dance. Summer Star. Мы открываем лето большой школьной вечеринкой. Жаркие сеты диджеев и зажигательные выступления. Гости вечера. Эла Студио. Dancebox Studio. Не самые серьезные конкурсы от ведущих молодежных новостей. Начни лето вместе с нами и оставайся в кадре. 18 июня. Увидимся на School Dance. Ты представляешь, там были брейкеры, там пели, там наша Рузанка Океанка. Ла-ла-ла. А я это все снимал. Кирилл, а ты вообще про что? Так я про Центр культуры и интересов. Там еще один концерт был. Молодежные новости. Молодежные новости. Есть определенные мероприятия, куда наша команда приходит просто отдохнуть. А репортаж...
так между делом. Ну, настолько чувствуем себя как дома среди друзей. Вот и подходит к концу учебный год, и в конце каждого учебного года проводятся родительские собрания. В их концентре культуры и интересов без этого не обошлось. А что же там было, давайте посмотрим. Отчетный концерт Центра культуры и интересов – одно из таких мероприятий. Здесь мы знаем, если не каждого по имени, то в лицо точно. Несмотря на почти домашнюю атмосферу, ребята, выступающие на сцене, относятся к концерту очень серьезно. Ведь для них это такой же экзамен в конце года, когда нужно продемонстрировать все то, чему научились за год. Как всегда, нас радовали своими талантами молодые певцы вокальных студий. Конечно, какой праздник без танцев, они тоже были. Сходив на кофейную паузу, мы пообщались с некоторыми из руководителей кружков и с участниками концерта. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кристина Зибинова. Я руководитель танцевального кружка Contemporary Dance, класс современного танца. Какие сегодня танцы вы здесь представили? Представили различные стили танцев, как и хип-хоп, брейк-данс, современные танцы, эстрадные танцы, творческие танцы. Были также и актеры наши юные, и много всего интересного. Что бы вы хотели пожелать тому, кто еще сегодня не пришел, но еще только собирается прийти? Я советую всем обязательно приходить на следующий год и на все наши выступления, которые у нас будут в будущем году. Здесь очень классно, здесь очень здорово, и заряд энергии, и хорошее настроение. Какую бы ты дала оценку сегодняшнему концерту? Я бы дала 10 из 10. А почему? Ну, во-первых, тут выступали мои одноклассники, одноклассницы. Это было на высшем уровне. И, конечно, мне понравились многие коллективы, и их труд за весь год был показан сегодня. И я сама занимаюсь коллективом «Вала», тут я понимаю, что трудиться каждый день – это очень сложно. И у них, я думаю, у всех большое будущее, и это требует выносливости. Тогда хотелось бы тебя попросить, чтобы ты пожелала тому, кто еще собирается трудиться. Ну, обязательно надо чем-то заниматься, не только в детстве, но когда ты уже и в старших классах учишься. Потому что именно когда ты будешь развиваться, приведет к твоей мечте. Наполненные позитивом от концертной программы, мы отправились любоваться красотами летнего Йхи, но ушли недалеко. В парке встретили только что подошедших на съемку ведущих этого выпуска Кирилла и Вику. Ребята, слово вам. Кирилл, а ты знал, что в городе Кохлояры проходил детский карнавал? Да ладно, это как в Рио-де-Жанейро, что ли? Что-то в этом роде, только в нашем родном городе Кохлоярве. Кто там снимал? Денис и Илья. Молодежные новости. Молодежные новости. Приятно, когда на самом деле талантливые люди делают что-то и пробуют новое, не боятся экспериментов. На одном из таких экспериментов побывала и наша съемочная группа. Привет всем телезрителям молодежных новостей. Мы находимся в городе Кохтлоярве. Погода отличнейшая. Наступило лето, наконец-то. Жара, мы так долго этого ждали. И сегодня здесь проходит детский карнавал. Мы попали на карнавал. Нет, конечно, не на тот, что проходит в Рио-де-Жанейро, а на наш городской детский карнавал. Но тоже весьма яркий. Как и подобает любому карнавалу, все началось с шествия, которое возглавили замечательные артисты театра «Королевский жираф». В костюмах вышли и работники Центра культуры, которые словно ведомые огромной сказочной птицей провели всю детвору к городскому управлению, где малышей ждала праздничная программа. Мы любовались всем происходящим и удивлялись человеческой фантазии и упорству. Это ж сколько часов работы ушло на создание каждого элемента карнавала. Сложно было отвести глаза от парящей по городскому Бродвею белоснежной птицы. Набравшись смелости, мы все-таки рискнули узнать о секрете создания этого чуда у того, кто возглавил праздник – белого клоуна. Он же Станислав Варки. Как вы делали птицу? Какие-то секреты есть в изготовлении? Ну, это старинное искусство больших уличных кукол. То есть есть кукольный театр. Это тростевая кукла. Просто она гигантская, и ею управляют три человека. Мы ее разработали и сделали в
вот как-то, в общем-то, сами. На площади детей ждала интересная программа с играми, мастер-классами и театральными представлениями. На аллеях расположились творческие комнаты, где дети могли научиться чему-то новому, посоревноваться, разукрасить лица и показать свои таланты. В этот день ребята увидели спектакль театра ростовой куклы Дворца культуры имени Ленина из города Великие Луки Псковской области, а также программу Нарвского театра «Королевский жираф». С некоторыми героями праздника удалось пообщаться и нам. Ну, привет! Как вас зовут? Представьтесь. Я Мальвина, а он Буратино. Отлично, у вас такой образ, прям пара-пара, молодцы, прям из мультика. Расскажите, а чем вы занимаетесь сегодня на празднике? Ну, мы проводим на игровой точке игру на день кольцо на Буратино. Вдвоем проводите? Молодцы. А вы из какой-то школы или откуда? Я из третьей, а он из 13. Молодцы, я тоже, кстати, учился в 13-й школе, очень хорошая школа. Расскажите, про этот праздник вы откуда вообще узнали? Или вам организаторы сказали и попросили вот вас принять участие и помочь в организации праздника? Так я понял? Да, нам предложили помочь на этом празднике. И вы сразу же согласились? Ну, да. Не думая? Ну, нет, подумали немного сначала. Зря вы думали, надо было сразу соглашаться. Crazy, do the mambo like a crazy with a Ну, привет. Расскажите, как вас зовут? Тася. Меня зовут Вика. Очень приятно. Меня зовут Илья. Расскажите, как вам праздник сегодняшний? Нравится? Да. Вы принимали участие? Нет, мы еще не успели. Не успели? Как так? Надо было нарядиться в костюме, со всеми вместе пройтись. Хорошо. А вы видели там уже представление? Да. И как вам представление? Хорошее. Мне понравилось. Там гимнасты, клоуны. Смотрите, там сейчас что вытворяют. Давайте договоримся так. В следующем году, когда будет такой же праздник, вы нарядитесь в самые-самые лучшие костюмы. Хорошо? Договорились? Да. Все, хорошего вам лета, девчонки. Давайте 5. Опа, опа, пока-пока. Хочется верить, что эксперимент организаторов удался, и детский карнавал станет новой, хорошей традицией нашего города. С началом лета, ребята! Илья Болотников, Денис Озеров. Специально для молодежных новостей. В прошлом выпуске наши девчонки показали нам, что они щелчком пальца умеют гасить свет. Я тоже кое-что умею. А это наш оператор Денис. Вот. Молодежные новости. Молодежные новости. Илья и Денис рассказали нам о карнавале. А Настя и Лаури сейчас расскажут нам о детском празднике в городе Ихве. Молодежные новости. Молодежные новости. Наши погоды зачастую нас не балуют, но 1 июня выдалось на редкость очень теплым и солнечным. И вот даже не знаем, то ли дело в многочисленных детских улыбках, то ли в праздничной дате, но солнце упорно и старательно грело всех в этот день. Ведь это день защиты детей, а дождливым он у нас никак не может быть. Всем привет! С вами «Молодежные новости» прямиком из города Ихве, где сегодня, 1 июня, здесь проходит фестиваль игр, посвященный Дню защиты детей. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Самому празднованию дал старт городской оркестр, который возглавил огромную колонну людей, шедших от городской площади по променаду к концертному дому. Под музыку оркестра промаршировали самые маленькие ребятишки и их родители. Следом за ними, широко улыбаясь, шли ребята постарше. Особо мило смотрелся отряд мамочек. Согласитесь, мимимишная картинка. На площадке перед концертным домом всех гостей ждала концертная программа, подготовленная Центром культуры и интересов. Здесь юные звезды продемонстрировали все свои таланты и умения, которые вызывали искреннюю радость зрителей. Для самых непоседливых организаторы МТЮ Тупли Лапс приготовили огромное количество развлечений, подвижных и творческих игр, мастер-классов. Да чего тут только не было. Ну а мы, воспользовавшись моментом, приведя себя в порядок после подвижных игр, отправились беседовать с гостями и участниками праздника. Привет! Представьтесь, пожалуйста. Я Эмилия. Я Катя. Расскажите о своих планах на лето. Я буду отдыхать, ездить на море и гулять с друзьями. Ну, я буду дома сидеть там, играть с Калюней в
братиком своим. Будем на море иногда ездить, в Латвию. То есть лето, получается, будет точно насыщенным? А как школу заканчиваете? Школу заканчиваем отлично. Да. Я тоже отлично заканчиваю школу. Я вас поздравляю. Как вы считаете, праздник сегодня крутой? Сегодня отличный праздник. Здесь очень весело и здорово. Калюня, тебе праздник нравится? Видимо, очень. Спасибо большое. Какие у вас планы на лето? Mis plaanid on suveks? Minu ujuma sõpradega mängida. Ja kupatsu pöidu. Ja pöidu filialdju. A što ti tam delat budiš? Мы будем на своем острове. Но я надеюсь, лето у вас пройдет прям лучше всех. Торед отсует. Чего не стоит делать летом детям? Ну, во-первых, детям какого возраста? Любого. Вот начиная лет так с 3-4 и до 18. Ну, во-первых, если идете на пикник, да, в первую очередь, после того, как покидаете место проведения этого мероприятия, где костер делали, гриль делали, шашлыки, не забывайте за собой тушить огонь. Во-первых, заливать его ведром воды обязательно, потому что впоследствии может возникнуть крупный пожар, который вам будет трудно потушить. С огнем лучше не играть, советует нам спасательный департамент. Вообще, если говорить об истории этого праздника, то это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. История, конечно, умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. Но предположим, что это связано с началом школьных каникул. Да и в принципе с тем, что это первый день лета. А кому ж лето-то не нравится? То-то же. Кстати, а знали ли вы, что у этого праздника имеется даже свой собственный флаг? На зеленом фоне, символизирующий рост, гармонию, свежесть и плодородие. Вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки. Красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, это символ нашего общего дома. Но День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Ну что, девчонки, представьтесь. Я Алиса. Я Алиса. Расскажите, что сегодня делали две Алисы? Пели. И танцевали. Танцевали? Какие вы молодцы. А какие планы на лето? Идти в лагерь и заниматься спортом больше. Что за лагерь? Тут рядом еще балет-танцевый лагерь, ну и в аэробику. Отдыхать и загорать. Правильно, что еще? Для чего лето-то надо, чтобы отдыхать? А праздник сегодняшний нравится? Да. Да. Что, вы уже успели пройти какие-нибудь? Может быть, в эстафеты какие-нибудь поиграть? Пройти какие-нибудь, вон, препятствия? Да. Нет. Она сейчас будет. Значит, бегите, уже пора. Вот так весело и задорно проходит детский праздник в городе Ихве. Я и этот чудный зеленый дракон желаем вам жаркого лета, прекрасного настроения. Всем пока! Молодежные новости. Молодежные новости. Семья – это самое уютное и теплое место на Земле. И в этом местечке мы по-настоящему счастливы. А когда в одном месте собирается большое количество семей, да в которых еще и дети творческие, это как называется? А называется это семейный уикенд. И пусть организован он был в среду. Зато погода была замечательная, и организаторы веселые и задорные, потому что это работники Ихевского центра культуры и интересов. И поверьте, с этой компанией фантазеров обычно скучать не приходится. Мы от семей ничуть не отличались, потому что пришли на праздник частью дружной семьи СД-пати и решили всевозможные развлечения испробовать на себе. Посовещавшись, было принято решение начать с самого сложного – лабиринт.
Слава богу, что топографического кретинизма ни у кого не было, и мы весело и с огромным интересом прошли всю дистанцию. Отдельное спасибо девочке, которая старательно пыталась подсказать нам, где можно срезать или обойти, хотя мы четко следовали маршруту и даже на выходе из лабиринта получили призы от портала «Секундомер ЕЕ». Спасибо! После такого захватывающего начала было решено пойти поиграть в гигантские шашки. Но прямо на подходе к ним мы встретили знакомое нам лицо. Ну и, конечно, решили пообщаться. Привет! Привет! Ну рассказывайте, чем вы тут сегодня занимаетесь, что интересного? Вообще, мы пришли развлечь себя. Нас же день сегодня. Вы еще дети, то есть? Конечно, всегда в душе дети. Хорошо. И что самое вот вам больше всего запомнилось, понравилось? Пока мы только постреляли луком и пожарили сосиски. Мне бы больше понравились сосиски. Да, мне тоже больше всего понравились сосиски. Хорошо. А какие планы вообще, в принципе, на жизнь? На жизнь? Глобальный вопрос. Серьезно, как-то ты. Давай-ка. Я думаю, что надо наслаждаться каждый день этим днем, который ты живешь, и не принимать все очень близко к сердцу. Так, а ты мне что скажешь, красавица? Не придумала еще ответ. Вот так, я присоединяюсь к предыдущему оратору. Девчонки, ну очень классно, что вы своей семьей такой, да, сестринской здесь тусуетесь, отдыхаете. Я вас поздравляю с праздником защиты детей. Спасибо. Раз уж вы меня тоже, спасибо. Ладно, девчонки, отдыхайте, не будем отвлекать. Развлечений на поляне около концертного дома было очень много, но мы отправились туда, где была самая большая очередь – стрельба из лука. К сожалению, пострелять и покидать топоры в цель нам не удалось, потому как мы все время уступали место в очереди то детям, то старшим. Да, такие воспитанные операторы и корреспонденты молодежных новостей. Зато мы с интересом общались с юной публикой, разгуливающей по территории праздника. А кто вы такие красивые? Что у тебя изображено? Little Pony. Это которая My Little Pony, My Little Pony. Вот, я осведомлена. А у тебя кто? Волк. А из какого мультика? Не знаю. Просто? Просто. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, юная леди? Тая. А вас, юноша? Серёжа. Тая и Серёжа, скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, такие красивые, еще и на велосипедах? Катаемся. А что за праздник сегодня? Знаете, Серёжа, подъедь-ка ко мне поближе. Защиты. Кого? Детей. А вы скажите, вы дети? Да. А у вас есть защитники? Да. А кто? Кто твой главный? Главный твой защитник? Мама. А твой кто? Папа. Передайте, пожалуйста, привет маме и папе, помашите его туда дяде вручкой. Умнички, спасибо. Скажи, а сколько тебе лет? 6. А в школу пойдешь? Да. Скажи, а вот что тебя больше всего привлекает в школе? Так, давай подумаем, что? Я стану умным. Это да, раз. Это раз. Два. Я не понял, какое. Два еще. Давай придумаем умным раз. Два. Каким ты станешь, когда пойдешь в школу? Сообразительным. Да, да. Сообразительным. А какой язык ты планируешь изучать? Английский, русский. А еще? Эстонский. Да. Скажи, пожалуйста. Дорогой мой друг, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь и закончишь школу? Работать где? Под Сильвером Франц Студио. Ты хочешь работать в Франц Студио и делать потолки? Да. Представляете, какой мальчик целеустремленный. Дай пятюню. И тут наши операторы Денис и Лаури решили сразиться на огромных толкалках, как мы их прозвали между собой. Тут уж камеру в руки пришлось взять Алисе. Да, у нас в команде все умеют друг друга заменять, поэтому пока Денис и Лаури выясняли, кто лучше маневрирует на ящике при ударе огромной мягкой толкалкой, мы увлеченно отправились поснимать для вас выступление, которое подготовили для своих семей кружковцы. Да, как говорится, хорошо поработал, хорошо поешь. И публике удавалось совмещать поедание мяса и колбасок, участие в конкурсах и поддержку своих детей во время игр и выступлений. Вот уж умеют отдыхать люди. Мы же тем временем отправились в самый верхний и дальний уголок большой территории праздника, потому что там можно было поупражняться в слэклайне, хождению по стропе, ну или, проще говоря, по натянутому плоскому канату.
Да, хоть страх высоты у Алисы и присутствует, но эта экстремальная прогулка пришлась ей по душе. Ведь мы убедились, что балансировать у нее получается. Причем во время этого она умудрялась еще и позировать для Инстаграма. Веселый вечер продолжился около палатки организаторов, где не только вкусно пахло шашлыком, но и атмосфера была очень веселая и дружелюбная. А по-другому мы и не умеем. Лаури Киль, Денис Озеров, Алиса Линтер специально для SD News. Молодежные новости. Молодежные новости. Впервые за всю историю Нарской Пехклемяевской гимназии были проведены трехдневные семейные Олимпийские игры при поддержке Ликумине Тепэрксакс Кока-Кола. Олимпийские игры, уже исходя из названия, они первые в нашей школе. Надеюсь, что они станут традицией. Проходят они у нас в течение трех дней. Сегодня состоялось открытие. Вот вы были свидетелями. Открытие началось с речи чемпиона Эстонии Яака Уудмаа, а также парада, где каждый класс представил одну из стран Европы. Очень понравился сам процесс открытия. Было сказано очень много приятных слов по поводу Олимпийских игр. И очень было приятно, что были такие люди на открытии, как Олимпийский комитет Эстонии. То, что это значит большой уровень, и вообще классно, супер открытие прошло, впечатление море, погода хорошая, супер. Далее, по традиции, на стадион принесли олимпийский огонь и дали клятву спортсмена. В ходе этого мероприятия были проведены соревнования по народному мячу, уличному баскетболу, легкой атлетике, настольному хоккею, шахматам, спортивным квестам, футболу, мини-футболу, волейболу, а также флорболу. Каждый день завершался награждением классов в разных возрастных категориях. Мероприятие проводится при содействии отдела культуры Нарской городской управы, Нарской Пехклемяевской гимназии, футбольного клуба «Нарватранс», Эстонского союза настольного хоккея, газеты «Нарва» и молодежного интернет-телевидения «Нор-ТВ». Но кроме гимназии Пехклемяя, Нарская Солнинская гимназия с 31 по 2 июня также предоставила возможность своим ученикам принять участие в Олимпийских играх. Отличительная особенность этого года, этих Олимпийских игр, в том, что у нас появился новый талисман, белка-летяга. Это животное Давирума, которое находится под охраной, значит, Кескона Кайце. И популяция только в Эстонии, в Финляндии. В Эстонии только вида Давирума. Поэтому наша школа ЮНЕСКО, и в рамках этой школы ЮНЕСКО есть темы экологические, поддержки наряду с поддержкой здоровья и экологические. Вот мы решили соединить белку-летягу со спортом, с экологией, и как-то на следующий год будем думать, как же поддержать именно видовирма белку-летягу, для того, чтобы популяция их сохранилась. В этом году игры проводятся уже в четвертый раз. В ходе этого мероприятия были проведены соревнования по бегу в гору 60 метров, прыжки в длину с места, метание мидбола из-за головы и командная стратегическая выносливость, висение на прямых руках. А также до начала игр гимназия Солдина провела образовательную неделю, в которой состоялись классные часы с приглашенными спортсменами. В этом году бал выпускников был подготовлен в морской тематике. Мероприятие открыл концерт, где выпускники знакомили зрителей со своими талантами. Остальные ребята поддерживали участников аплодисментами и овациями. После выступлений на большой сцене культурного центра «Женева» выпускники были приглашены в ночной клуб, где их ждала вечерняя программа с конкурсами и выступлениями. Ключом вечера был конкурс пар, где артистичные ученики представляли свою гимназию. На этой веселой ноте гимназисты сказали «до свидания» своей школьной семье. В этом году шествие было такое же масштабное, как и в прошлые годы. Колонна растянулась на половину Таллинского шоссе. Все началось, как обычно, с площади Сэнди и закончилось во дворе замка Германа. Цель этого шествия – не только показать дружность всех норвитян, но и предоставить возможность организациям пройтись колонной и таким образом прорекламировать себя. Сегодня на Дни Нарвы приехало к нам 6 делегаций.
Все они из разных стран, из разных городов. Из России к нам приехали представители города Петрозаводска, Ивангорода, района муниципального образования Красненькая речка из Санкт-Петербурга. Также у нас гости из Болгарии, из города Раховицы, из Польши, из города Эльблонг. И также из Соединенных Штатов Америки, из города Бел-Эйр. После окончания шествия в замке Германа состоялся концерт, и начало ему положила вступительная речь представителей города Александра Ефимова и Тарма Тамисте. Также вступительная речь прозвучала от гостей города. 66, 67, 68, 69, 70. 70 лет исполнилось городу Кохтла-Ярви на прошлых выходных. А ты там был? Конечно, был. Там вся наша команда была. Мы сняли офигенный репортаж. Молодежные новости. Молодежные новости. А я умею то, что Илья. Это наш оператор Денис. А теперь обратно. Помимо того, что я умею колдовать, я умею и отдыхать. Сегодня мы отдыхаем на 70-летии города Кохтла-Ярви. Празднование юбилея города многие ждали с нетерпением и с большими ожиданиями. Уж слишком заинтриговали многочисленные материалы в СМИ, связанные с празднованием. Начнем с того, что порадовало лично нас. Артисты, выступающие на празднике, смотрелись на самом деле солидно. Ведь специально для них на главной городской площади была установлена большая сцена. Празднование 70-летия Кохтла-Ярви открыл городской оркестр под управлением Александра Савельева. На звук музыки начал собираться народ. Все те, кто знал и ждал, и те, кто по каким-то странным причинам даже не знали о празднике. После официального открытия торжества на сцену вышли творческие коллективы города, которые занимаются в Центре культуры, в Доме творчества школьников, в клубе «Ахтми». Мы были рады увидеть старых знакомых, замечательных ведущих Татьяну Новожилову и Пирит Пигу, которые представляли артистов и в паузах рассказывали об истории города. Истории истории, а что же думают о родном городе его молодые жители? Что пожелают ему к следующему юбилею? Вот с этими вопросами корреспонденты молодежных новостей пошли гулять по площади. Мы хотим пожелать, чтобы он развивался, оставался таким же красивым. А какое самое воспоминание приятное связано с городом? Ну, наверное, это каждые праздники. Они проходят очень здорово, весело. Что вам в нашем городе нравится больше всего? Нравятся люди, настроение и сам город. Он обновился, очень красивый, зеленый, много молодежи. Все улыбаются, все счастливы. Это самое главное, это радует. Что бы вы хотели увидеть через к следующему юбилею? Во-первых, хотелось бы видеть еще больше народу на таких больших крупных мероприятиях. Больше молодежи хотелось бы видеть. Не только пенсионеров, но и молодежи. Процветание. Чтобы все о нем хорошо говорили и думали. Ну, я соглашусь с дочерью, чтобы процветание обязательно, чтобы народ не уезжал, чтобы работа была, чтобы люди жили достойной жизнью. Самое главное. А веселиться мы умеем. Добра и мира. И побольше работы. Процветание. Удачи. Счастье. Побольше хороших и талантливых детей. Чтобы туристы к нам приезжали больше. Чтобы строили город в лучшую сторону, чтобы он расширялся. Желаю процветания, счастья в этом городе, любви. Конечно же, процветание, и чтобы он рос, но становился больше и больше. Мы радовались солнцу в этот праздничный день. Эстонская погода не подвела и сделала нам настоящий подарок. Но еще больший подарок сделали коллективы, молодые таланты нашего города, которые щедро дарили всем пришедшим улыбки, настроение и позитив. Выступления проходили то на сцене, то перед ней. Зрители стали свидетелями по-настоящему яркого праздничного действия. Этот город самый лучший город на земле. Еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. В этот день мы встретили многих старых друзей.
и обзавелись новыми. Ну а там, где друзья, всегда есть место творчеству, весельям и шуткам. Празднование проходило весь день. Наша многочисленная команда поделилась на две части. И после технического перерыва на сцене на вечернюю программу микрофон взяла старшая группа молодежных новостей. Я переняла эстафету у Маши и буду вам показывать, рассказывать и поздравлять вместе с нашим порталом наш город с праздником, 70-летием. Сейчас за моей спиной группа «Авеню» нас поздравляет. Мы послушаем, потанцуем и обязательно с ними пообщаемся. Ну а я, Елена Ситникова, Денис Озеров, обязательно проконтролируем, чтобы вся информация была у вас. Смотрим. Если днем всех жителей радовали своими выступлениями творческие коллективы города, то вечером на сцену вышли приезжие гости. Рок-группы «Авеню» из Нарвы и «Трафик» из Сталина. Совсем недавно группа «Авеню», бессменным лидером которой является Владимир Чердаков, отпраздновала свое 20-летие. На концерте, который проходил в культурном центре Женева, были исполнены не только хорошо известные песни, но и те, которые не вошли в 7 изданных альбомов. 4 июня с творчеством группы могли поближе познакомиться жители Кохтла-Ярви и многочисленные гости из городов-побратимов, которые приехали на юбилей. Народ подпевал группе и бурными аплодисментами встречал и провожал каждую песню. Но, как ни крути, многие ждали с нетерпением полюбившуюся Аишу Гришу и песню про Первый Балтийский канал. И дождались. Сразу же, после выступления группы, мы ринулись к сцене, где в прямом смысле поймали перед отъездом солиста «Авеню». С этим человеком я всегда очень хочу поговорить, пообщаться. Володя, здравствуй. Привет. Как дела? Редко видимся в последнее время. Я про это же. Но как бы метко. Какому-то тысячу лет. Ой, так приятно. Расскажи сразу же секрет. Вы были на Ленинграде. В смысле, в городе Петрограде? Нет, нет. На концерты группы «Ленинград». Честно, правда? Не поверишь, они были у нас на разогреве. Видали? Ну и как? Ну, честно, не советую вам слушать, как распевается Шнур. А он умеет петь, да? Конечно, конечно. Я, кстати, звук был у них офигенный просто. Это я в шоке. Твои пожелания нашему городу, которому сегодня исполнилось 70 лет? Процветать. Расти, потому что такая красота, гулял тут по аллее, просто эти фонтанов куча, я просто в шоке, честно, очень здорово. Ну, парочку берем, хорошо. Нет, наоборот, еще, здорово. Ну, по-моему, даже у нас в Нарве столько нет фонтанов. А сегодня же в Нарве тоже день города, если не ошибаюсь? А, вот. Как-то сколько лет Нарве исполнилось? Хороший вопрос. Я помню, еще 750 праздновали, сейчас, наверное, под 800 где-нибудь, я не знаю. Ну, вы были сегодня на разогреве Кохтла-Ярви, так понимаю, зато далее будет Нарва, да? Ну да, летим. Слушай, ну супер, выглядишь потрясающе. Ну и, конечно же, обращение к молодежи. Взаимно. Молодежь, развиваемся, двигаемся, не забываем свой город, возвращаемся, работаем, вкладываем все силы сюда. Я обожаю его. Спасибо, удачи. По-настоящему сочным можно было назвать выступление столичной группы «Трафик», с которым празднование юбилея города продолжилось. Солист группы «Сильвер Ласс» покорил многих своим голосом и умением общаться с публикой. Несмотря на то, что песни были исполнены на эстонском языке, искренне профессиональное выступление не смогло оставить равнодушным даже тех, кто мало что понял из текста. Я в Кохтла-Ярви с 87-го года живу. Но вот уже 70 лет город носит уже свое название, существует. Какие-то есть изменения, как вы думаете? Есть, конечно, изменения. Много домов, которые разрушены, но есть новостройки, которые облицовываются, обстраиваются, обустраиваются. Также вот площадь наша приходит в порядочный вид. Приятно уже приходить, посмотреть что-то, мероприятие, которое есть. Конечно, есть. Расскажи, ты планируешь где дальше жить? В Кохтла-Ярви или куда-то хочешь уехать? Нет, это Сталина. Я из Сталина. А, ты из Сталина? Это она приехала к бабушке. А, так оставайся здесь. Не хочешь? Хочу. Ну-ка расскажи мне, чем столица нам, как сказать, чем столица лучше? Здесь тихо, спокойно, хорошо. А давай к нам. Нет. Здесь тихо, хорошо, но нет, да? Да. Хорошо, сегодня юбилей города, ты у нас столичная девушка. Что можешь пожелать городу Кохтла-Ярви? Чтобы он дальше расцветал. И это правильно. А мы поедем к тебе в Таллин в гости. Примешь? Да. Доброжелательный Таллин, но не менее доброжелательный Кохтла-Ярви. Спасибо, с праздником. За что люблю молодежные новости, так это за то, что мы всегда можем пробраться за сцену. И именно это мы сегодня и сделали в очередной раз. Пообщались с группой «Авеню», ну а сейчас будем наслаждаться окончанием праздника, празднования Дня города. С вами были Денис Озеров, Елена Ситникова и вся команда молодежных новостей. До новых встреч, а все вы увидите в выпуске. Я не знаю, где еще на этом...
этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Молодежные новости. Молодежные новости. Дорогие друзья, приглашаем вас 18 июня в клуб Discovery на School Dance. 18 июня, 18:00. Всех ждем. Хорошее настроение при себе иметь обязательно. Будем вас ждать. СД-Пати и школа диджеев Ихисского центра культуры и интересов представляют. 18 июня. Клуб Discovery. School Dance. Summer Start. Мы открываем лето большой школьной вечеринкой. Жаркие сеты диджеев и зажигательные выступления. Гости вечера. Эва Студио. Dance Box Studio. Не самые серьезные конкурсы от ведущих молодежных новостей. Начни лето вместе с нами и оставайся в кадре. 18 июня. Увидимся на School Dance. Следующий выпуск ждите 24 июня. Кирилл, так это же последний выпуск 4 сезона. Ну да. Грустно прощаться с вами, дорогие друзья. С вами был Кирилл Волков. И Виктория Шипенько. До новых встреч, оставайтесь в кадре. Пока. www.sdparty.net